Конкурс на лучшее новогоднее оформление проводится уже второй год. И если в 2017-м количество участников можно было пересчитать по пальцам, то в этом предприниматели устроили между собой настоящее соревнование. 40 объектов коммерсанты украшали своими силами, состязались в оригинальности, масштабности и привлекательности. Кафе «Посейдон» вошло в число лидеров. Владелец сделал упор на создание атмосферы новогоднего праздника. Диплом победителя собственнику вручил заместитель главы города Эдуард Балмашев. Спасибо. Еще один лидер – салон посуды «Богемия». Здесь новогоднюю атмосферу создает оригинальная праздничная атрибутика. А вот в парикмахерской «Мона Лиза» главный новогодний символ расположился прямо в главном зале. Но, пожалуй, абсолютным лидером в этом праздничном состязании стал ресторан «Дель Мар». Здесь персонал подошел к конкурсной программе со всей ответственностью. Сотрудники не только украсили фасад здания, но и создали на улице новогоднюю фотозону. Инсталляцию мы не первый год делаем, и, к сожалению, только в этом году до нас вот дошла Кристина, увидела эту шикарную инсталляцию. Мы и в прошлом году, и в позапрошлом году делали. Мы каждый год, в принципе, это делаем. Ну да, в этом году мы превзошли даже сами себя, если честно. Организаторы конкурса уверены, что в следующем году количество участников увеличится и появятся новые оригинальные идеи. Ведь Новый год – это общий праздник. В целом, по городу есть, конечно, объекты, которые не доработали в этом году. И хотелось бы, во-первых, обратиться ко всем нашим коллегам, поздравить их с наступающим Новым годом и попросить и убедительно на следующий год сделать лучше, сделать красивее, потому что это лицо Анапы, это лицо нашего города в первую очередь. Руслан Душевский, Анапа регион.